Здравствуйте, дорогие друзья! С вами Татьяна и мой канал «У меня в садочке». Решила показать вам свои сеянцы. Нектарина. В этом году вот я снимала уже видео о том, как я закладывала на стратификацию косточки нектарин, купленных в магазине. Покупала я мелкие нектарины, и мне удалось купить нектарины крупные с вызревшими косточками. Это большая удача, я вам скажу. В общем, эти косточки я закладывала на стратификацию. Они у меня несколько месяцев в холодильнике в сыром песке лежали. Ну, в емкости с сырым песком. Затем я, значит, из косточек достала семена, заложила их в мокрую, во влажную тряпочку на проращивание. Они у меня в комнате лежали вот во влажной тряпочке в целлофановом пакете, чтобы влажность постоянно сохранялась там. Когда косточки, вот эти семечки проклюнулись, буквально быстро они прям через несколько дней уже начали проклевываться. Я их посадила уже в стаканы с землей. В середине стакана делала песчаный колодец, чтобы вот эта семечка не сгнила. Потому что песок не дает возможности в воде там сильно задерживаться в почве. И неподходящие становятся условия для развития, в общем, болезней всяких. Всяких там гнилостных грибов, бацилл и тому подобного. Вот. Высадил я, значит, свои эти проклюнувшиеся семечки. 12 штук было посажено. Пока благополучно, прям благополучно проросли почти все, исключая, ну, можно сказать, трех. Вот три какие-то подвопросные. Но тут, опять же, он запоздал вот немножечко. Вот росточек уже появляется. Тут, значит, у нас как-то просто неестественно вывернулась вот эта семечка у нас. Вывернулась. Но росток показался. А здесь вот тоже как-то прям трудные роды получаются. Семечко вот это как-то лопается, непонятно. Но росток уже видно. То есть там внутри вот росток виднеется. То есть можно сказать, что все вот эти вот проклюнувшиеся семена, они все всходят, так или иначе. Единственное, что теперь вот надо дождаться, когда ростки нормально раскроются, вот, уже будет видно, здоровые ли растения, потому что у меня одно семечко оказалось вирусным. Я вот тоже снимала видео, начал расти росток и выяснилось, что он вирусный. Я его уничтожила. Видео только сняла и уничтожила потом. Ну, надеюсь, что вот эти вот все мои нектарины, они вырастут, и я их благополучно высажу в сад. Напомню, что персики, нектарины очень хорошо наследуют родительские признаки. И поэтому как бы имеет смысл сажать нектарины и персики, и, собственно говоря, вообще косточковые, имеет смысл сажать именно вот семенами. Поэтому, если у вас есть желание вырастить персик, нектарин, можете вот взять свободно, посадить косточкой это растение, у вас будет нормальный саженец. Может быть, он будет не такой прям исключительный сортовой, но вполне вкусный может оказаться. Очень даже вкусный может оказаться персик. Так что экспериментируйте. Есть большая вероятность того, что ваш эксперимент благополучно завершится. Ну, пока вот у меня все. Дальше я, когда уже вот эти вот ростки немножечко подрастут у меня, сеянцы, я еще одно видео сниму, покажу вам, что же все-таки получилось окончательно уже из моего, так сказать, проращивания семян. Пока у меня все. С вами была Татьяна. До новых встреч, друзья. Подписывайтесь на мой канал. Будет много интересного про сад и огород. Пока.